погрузиться в атмосферу русской классической поэзии. И поможет нам в этом еще один замечательный артист, друг библиотеки имени Лавренева, артист драмы Дмитрий Ефименко. Прозвучат стихи. Не надо. Игорь Северянин. Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском. Удивительно вкусно, искристо и остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветропростость экспрессов, крылолет буэров. Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском — это пульс вечеров. В группе девушек нервных, в остром обществе дамском я трагедию жизни притворю в грёза фарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. Я гений, Игорь Северянин, своей победой упоен. Я повсеградно окранен, я повсесердно утвержден. Он тем хорош, что он совсем не то, что думает о нем толпа пустая, стихов принципиально не читая, коль нет в них ананасов и авто. Фокстрот, кинематограф и лото, вот-вот, куда людская мчится стая, а между тем душа его простая, как день весны, но это знает кто? Благословляя мир, проклятье воинам, он шлет в стихе признание достойным, слегка скорбя, подчас слегка шутя. Над вечно первенствующей планетой он в каждой песне им от сердца спетой иронизирующее дитя. Поэза истребления. Меня взорвало эту кубу, в которой все бездарно сплошь, и я решительно и грубо ему свой стих точу, как нож. Гигантно недоразумение. Я не был никогда безлик. Да, Пушкин стар для современья, но Пушкин, пушкинский велик. И я, придя к нему на смену, его благоговейно чту. Как он Татьяну, я Мадлену упорно возвожу в мечту. Меж тем, как все поэзодельцы и с ними доблестный Парнас, смотря, как наглые пришельцы, о хам пришедший, прут на нас, молчат в волшбе оцепенений, не находя ударных слов. Я среди них единый гений, сказать свое уже готов. Позор стране, подъявшей шумы в круг шарлатанов и шутов, ослы на лбах, пьеро, костюмы и стихотомы без стихов. Позор стране, дрожащей смехом над вырождением. Дайте слез тому, кто приравнял к утехам призывы в смерть, в свинью, в навоз. Позор стране, встречавшей ржанием глумление надо всем святым былым своим очарованием и над величием своим. Я предлагаю неотложно опомниться и твердо впредь псевдоноваторов осторожно и игнорирно, но презреть. Для ободрения ж народа, который впал в угрозный сплин, не Лермонтова с парохода, а Бурлюков на Сахалин. Они возможники событий, где символом всех прав костят. Послушайте меня, поймите, их от сегодня больше нет. В те времена, когда роились грезы в сердцах людей прозрачные ясны, как хороши, как свежи были розы моей любви и славы и весны. Прошли лета,
и всюду льются слезы. Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране, как хороши, как свежи ныне розы воспоминаний о минувшем дне. Но дни идут, уже стихают грозы, вернуться в дом Россия ищет троп. Как хороши, как свежи будут розы моей страной мне брошенные в гроб. Дмитрий Кедрин. Кофейня. Имеющий в кармане мускус не кричит об этом на улицах. Запах мускуса говорит за него сзади. У поэтов есть такой обычай. В круг сойдясь, оплевывать друг друга. Магомед в омара пальцем тыча лил ушатом на беднягу ругань. Он в сердцах порвал на нем сорочку и шипел в лицо от злости пьяный. Ты украл 15-ю строчку, низкий вор, из моего дивана. За твоими подлыми следами кто пойдет из думающих здраво? Старики кивали бородами, молодые говорили «Браво!». Омар плевал в него с порога и шипел «Презренная бездарность! Доминет тебя любовь пророка или падишаха благодарность! Ты бесплоден, ты молчишь годами, быть певцом ты не имеешь права!». Старики кивали бородами, молодые говорили «Браво!». Только некто пил свой кофе молча, а потом сказал: «Аллаха ради, для чего пролито столько желчи?» Это был блистательный Саади, и минуло время, их обоих завалил холодный снег забвенья, стал Саади золотой трубою, и Саади слушала кофейня, как ароматические травы слово пахло медом и плодами. Юноши не говорили «браво», старцы не кивали бородами. Всех заворожил он песней птичьей, песней жаворонка в росах луга. У поэтов есть такой обычай в круг сойдясь оплевывать друг друга. Давид Самойлов. Пестель, поэт и Анна. Там Анна пела с самого утра и что-то шила или вышивала. Песня, долетая со двора, ему невольно сердце волновало. А Пестель думал, ах, как он рассеян, как на иголках, мог бы хоть присесть. А впрочем, что-то есть в нем, что-то есть, и молод, и не станет фарисеем. Он думал, и, конечно, расцветет его талант при должном направлении, когда себе Россия обретет свободу и достойное правление. Позвольте мне чубук, я закурю, пожалуйте огня, благодарю. А Пушкин думал, он весьма умен и крепок духом, видно, метит в бруты, но времена для брутов слишком круты, и не из брутов ли Наполеон? Шел разговор о равенстве сословий, как всех равнять, народы так бедны, заметил Пушкин, что и в наши дни для равенства достойных нет условий, и потому дворянство назначение хоронить народа честь и просвещение. Увы, заметил Пестель, если трон находится в стране в руках деспота, тогда дворянство первая забота сменить основы власти и закон. Увы, ответил Пушкин, тех основ не пожалеет разве Пугачев. Мужицкий бунт бессмыслен за окном. Не умолкая, распевала Анна, и пахнул двор соседа молдавана бараньей шкурой, хлебом и вином.
День наполнялся нежной синевой, как ведра из бездонного колодца, и голос был высок, вот-вот сорвется, и Пушкин думал: «Анна, боже мой!» «Не борясь, мы потакаем злу», — заметил Пестель, «бережем тиранство, русское тиранство, дилетантство. Я бы учил тиранов ремеслу», — ответил Пушкин. «Что за резвый ум», — подумал Пестель, «столько наблюдений и нету основательных идей, но тупость рабства сокрушает гений». «В политике кто гений, тот злодей», — ответил Пушкин. Впрочем, разговор был славный. Говорили о Ликурге, о Салоне и о Петербурге, и что Россия рвется на простор, об Азии, Кавказе и о Данте, и о движении князя Ипсиланти. Заговорили о любви. «Она, — заметил Пушкин, — с вашей точки зрения полезна лишь для граждан умножения, и, значит, тоже в рамки введена». Тут Пестель улыбнулся. «Я душой материалист, но протестует разум». С улыбкой он казался светлоглазым. И Пушкин тут подумал: в этом соль. Они расстались. Пестель уходил по улице разъезженной и грязной, и Александр разнеженный и прязный. Рассеянно, а след за ним следил, шел Русь. Брут, глядел во след ему российский гений с грустью без причины, деревья, как зеленые кувшины, наполняли, хранили утро хлад и синеву. Он эту фразу записал в дневник о разуме и сердце. Лоб наморщив, сказал себе: он тоже заговорщик. И некуда податься, кроме них. В соседний двор вползла коруца цугом, залаял пес, на воздухе упругом качались ветки, полные листвой, стоял апрель, и жизнь была желанна. Он вновь услышал, распевает Анна, и задохнулся: «Анна, боже мой!»